моменты, когда чувствую безысходность, обиду, боль, я всегда стараюсь обратить свое внимание сначала вглубь проблемы, а потом найти ее отражение в окружающих меня вещах. Зачастую это могут быть даже не вещи, а явления, такие как ветер, дождь, снег, рандомный смех на улице или разбитая на асфальте бутылка. Ничего вокруг нет, то можно просто послушать этот мир. Он прекрасен. Любое мое состояние мир способен украсить, добавить остроты, но если дать себе разрешение видеть и слышать это. Боюсь не ценить что-то в моменте, ведь спустя время это приобретает новый окрас и значение. Хочу жить не спеша.